Иное измерение русской культуры. Яков Петрович Полонский. Темный человек. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Он темный человек, но вовсе не туманный. Напротив, он блестит, как черный шар стеклянный, поставленный на тумбочке в саду. Все в нем является живой карикатурой. Смотрите, я к нему поближе подойду и отражусь в нем с плюснутой фигурой. От этого кому какое зло? Ни вашей красоты, ни ваших выражений убить не в силах праздное стекло уродливой игрой фальшивых отражений. Около 1870-1875 годов. Напечатано во втором томе полного собрания стихотворений Якова Петровича Полонского в 5 томах. Издание, просмотренное автором. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1896 год.